Доброе утро, дорогие друзья! С вами телеканал ННТВ Gold Fitness и ваш личный тренер на сегодняшнее утро Алакина Арина. Сейчас мы с вами проведем полную комплексную разминку на все тело, легкий стретчинг, зарядимся энергией и позитивом. Начнем мы с самого простого, с верхней части тела, то есть с головы. Делаем легкие движения головой в одну сторону и также в другую. Постарайтесь сейчас собрать лопатки, потянуть пресс, направлять копчик к полу, а за макушку и наоборот, в противоположную сторону вытягиваться вверх. Каждый раз делаю выдох и в нейтральном положении вдох. Точно так же сделаю движение головой вперед и назад. Внимательно назад, голову сильно не запрокидываем. Основное движение головой вперед, также на выдох. Хорошо. Добавляем движение головой в сторону. Внимательно подбородок смотрит на диагональ ключицы. При этом противоположное плечо мы стараемся максимально направить к полу, почувствовать, как растягивается шея и верхняя часть спины. Отлично. Соединяем все движения в круг и обрисовываем большой круг за подбородком. Представим, как будто это циркуль. И также в обратную сторону сделаем несколько движений. Отлично. Оставим голову внизу, добавим легкое движение руками. На выдох расслабляем мышцы шеи. Отлично. То же самое сделаем направо. Убираем голову, плечом противоположной руки и кистью также тянемся к полу. Чувствуем, как растягивается вся боковая поверхность. Супер, подбородок разворачиваем в диагональ ключицы. Посмотрите, руку мы сейчас отведем чуть-чуть назад и вместе с плечом продолжаем вытягиваться к полу. То же самое сделаем на другую сторону. Ребра раскрыты, лопатки собраны, наслаждаемся приятным вытяжением. Супер, и убираем подбородок в диагональ ключицы, также руку с противоположной стороны отводим назад, расслабляемся. Поднимаем взгляд вверх, переходим на плечи, сделаем несколько вращений, собираем лопатки. Наша задача сейчас собрать максимально лопатки, как будто надеваю на себя обратно корпус, выпрямляем тело, может, до легкого хруста сейчас. Отлично, кисти соберем в замок, грудной клеткой потянемся вперед, лопатки собраны. Стараемся максимально вытянуть кисти вверх, а грудную клетку также вверх с другой стороны. И в обратную сторону то же самое, кисти в замок. Мы сейчас чуть сгибаем колени, округляем грудной отдел, можем чуть-чуть направить бедра вперед, расслабляем шею, спину, поднимаем руки вверх. Тянемся как можно выше. И отводим руки назад, чувствуем, как вытягиваются плечи, грудные мышцы. И грудную клетку толкаем вперед, вытягиваем мышцы пресса. Хорошо. Убираем руки назад за голову. Сейчас локти открываем как можно шире и как будто своей головой ложимся назад, как на подушку. Растягиваем грудные мышцы. Хорошо, возвращаемся вверх, поднимаем вверх правую руку и уходим на боковой наклон, делаем выдох. Посмотрите, я стараюсь вытянуться в диагональ, не вниз, а как можно дальше, как будто зачем-то тянусь, каждый раз делаю выдох и постепенно увеличиваем амплитуду движения, продолжаем вытягиваться все больше, работаем от верхней части тела, выдох. И мы сейчас задержимся на одной стороне, рука опускается на бедро. Тянемся как будто. Супер. То же самое сделаем на другую сторону. Убираем кисти, продолжаем вытяжение. Отлично. Поднимаемся вверх. Мы сейчас с вами переходим на бедра. Начнем с большого круга. Прогреваем тазобедренный сустав. Наша задача быть теплыми во время тренировки. И в другую сторону, чтобы наши мышцы были эластичными. Отлично. Поставим две стопы вместе, поднимаем вверх правое колено. Продолжаем прогревать тазобедренный сустав. И толкаем колено вверх. Рисуем большой круг. Вес тела полностью распределен сейчас на опорной стопе. Всеми пальцами держимся за пол, держим баланс, собранный пресс, лопатки. И также в другую сторону. Два. И последний раз. Один. То же самое проделаем с другой ногой. Открываем колено в сторону, вес тела распределяем полностью по всей стопе, собраны сейчас лопатки, сильный пресс,
атлас. И в обратную сторону стараемся делать большой круг. Два, один. Хорошо, сбрасываем стопы. Класс, мы сейчас поставим их чуть шире таза. Лопатки собраны и опускаем корпус на параллель с полом. Наша задача не держать круглую спину, а постараться максимально вытянуться, чтобы корпус был примерно на параллели с полом. Делаем вдох и на выдох грудной клеткой опускаемся чуть ниже. И снова вдох и опускаемся. Выдох. Последний раз. Вдох. И опускаемся. Выдох. Задержим статику в этот момент. Стопы поставим чуть-чуть пошире. Опускаемся чуть глубже. Расслабляемся. И начинаем раскачивать корпус справа налево. Отлично. Если вам легко, задачу усложняем. Добавляем движение руками. Каждый раз на выдох опускаем грудную клетку на бедро. Вдох и выдох. Постарайтесь себя обнять. В этом положении выдох. Отлично. Задержимся на одной стороне, расслабляемся, опускаемся чуть ниже. Выдох. И давай на другую сторону точно так же. Чувствуем, как приятно растягивается вся задняя поверхность ног. Отлично. Поднимаемся вверх. Руки снова на коленях. Внимательно. Сейчас снова совершаем движение. Открываем колени в сторону, отпускаем бедра вниз, делаем выдох. Поднимаемся плавно вверх, руками обнимаем себя и как будто стараемся голову спрятать между колен. Снова делаем выдох, в верхней точке вдох и снова выдох. Последний раз задержимся в этом положении, стараемся расслабляться. Мы сейчас сидим так, чтобы не напрягались мышцы ног, да, у нас опора с вами на руки, на кисти. Ноги и бедра полностью расслаблены. Хорошо, поднимаемся вверх. Ноги оставим широко. Сейчас ладони кладем на пол. Если вдруг не получается опуститься так ниже, поставлю ноги чуть шире. И работаю сейчас в динамике. Вес тела убираю с одной ноги на другую. Здесь задача полностью почувствовать вытяжение. Отлично, каждый раз выдох. Хорошо, и мы сейчас с вами останемся на одной ноге. Мы можем остаться на пятке, если вам комфортно. Если чувствуете, что тяжело, поднимаюсь на носок, так, чтобы носок оказался прямо где-то на уровне пупка. Колено открываем в сторону и грудной клеткой тянемся вперед. Расслабляемся. Чувствуем, как тянется вся внутренняя поверхность бедра, возможно, мышцы спины. Глубокий вдох, максимально выдох. Приподнимаемся и переходим на другую сторону. Точно так же я останусь на носке и опускаемся вниз, расслабляемся. Стараемся сидеть так, чтобы было непросто, да? Если чувствуете, что становится легче, все время даем себе еще несколько движений сделать и усложняем нагрузку. Сейчас разворачиваюсь, опускаюсь на колено. Проезжаю за ногой настолько, насколько позволяет тело. Колени 90 градусов, плюс-минус, лопатки собраны. Руки по обе стороны от стопы. Мы с вами начинаем раскачиваться. Уходим в одну сторону, делаем выдох. И грудной клеткой потянемся к колену. И в другую сторону. Точно так же выдох. Стараюсь в каждом положении сделать движение в удовольствие, да? Отлично. Давайте останемся здесь, делаем вдох и на выдох опускаемся максимально низко. Класс, вырастаем и переходим вперед. Руки убираем на колено или, если вам хочется посложнее, на ягодицы. В этом положении остаемся, стараемся расслабиться и даем бедрам под весом собственного тела опуститься вниз. Если хочется нагрузки еще чуть больше, уходим на прогиб. Если вдруг вам так тяжело, оставляем предыдущую версию и продолжаем расслабляться. Разворачиваемся, также руки по обе стороны от ноги. Фиксируем себя в этом положении и начинаем раскачку. Выдох и вперед. Очень приятное ощущение, теплое тело.
И за последним разом остаемся снова в положении вытяжения, расслабляемся. Чувствуем, как тянется вся задняя поверхность бедра, подколенные связки, возможно, мышцы спины. И глубокий вдох, опускаемся как можно ниже, выдох. Хорошо. Поднимаемся вверх, меняем положение корпуса и сохраняя руки либо на колене, либо на ягодицах, чуть сложнее. И самый сложный вариант, уходим назад на прогиб. Давай еще несколько секунд задержимся, даем бедрам максимально расслабиться, выдох. Хорошо, и поднимаемся вверх. Отлично. Мы сейчас полностью меняем положение. Садимся вниз и открываем ноги как можно шире, насколько позволяет тело. Также лопатки собраны. В идеале у нас всегда прямая спина. И начинаем с вами наклоны. Опускаемся вниз на одну сторону, выдох, и на другую. Посмотрите, мы работаем в динамике, но при этом нет никаких резких движений. Хорошо? Чуть-чуть добавлю. Поднимаю руку вверх. И ухожу на боковой наклон, вдох и снова выдох. Чувствуем приятное вытяжение в корпусе, в бедрах, в косых мышцах. Останемся на одной ноге. Внимательно посмотри. Сейчас руку убираю назад. Корпус опускаю чуть ниже, даю себе чуть-чуть сгорблиться и рукой обхватываю себя за стопу. За лопаткой тянемся назад. И вытягиваем мышцы спины. Как будто стараемся поднять свою ногу и вытянуть ее высоко-высоко. Класс. Давай на другую сторону точно так же. Мы стремимся к тому, чтобы наше тело было красивым, симметричным. И опять руку убираем в окно назад и подхватываем себя. Чувствуем, как растягиваются широчайшие мышцы спины, лопатки. Класс. И поднимаемся вверх. С прямой спиной опускаемся вниз и завершаем движение здесь по центру. Опускаемся вниз, расслабляемся, делаем выдох. Если есть возможность, опускаемся еще. И полностью расслабляюсь. Поднимаемся вверх и переходим к следующему движению. Сгибаем ногу, переходим на ягодичные мышцы. Разворачиваемся, посмотрите, нога по диагонали. Если хочется, за задней ногой проезжаю еще больше, чувствую, как вытягивается ягодичная мышца, опускаюсь на локти. И если хочется, полностью могу вытянуться. Чувствую, как растягиваются ягодичные мышцы. Хорошо, поднимаюсь вверх и подхватываю себя за противоположную стопу. Пяткой тянемся к ягодице. Внимание, рука может быть любая, да? Противоположной рукой будет чуть-чуть сложнее. Супер. И опускаем ногу вниз. Прямо через центр. Меняем положение. Подворачиваем другую стопу. Опускаюсь на локте. И на кисти также самый приятный момент. Поднимаемся вверх. И то же самое проделываем с другой ногой. Подхватываем ее. Пяткой тянемся к ягодице, растягиваем переднюю поверхность бедра. Опускаем ногу вниз. Отлично. Я сейчас сгибаю ноги, подхватываю себя под колени и ухожу на вытяжение. Расслабляю грудную мышцу, расслабляю спину, шею, плечи. И растягиваем мышцы спины. В обратную сторону вытягиваемся, сделаем вдох. И на выдох с прямой спиной опускаем себя на прямые колени. Круглой спиной вырастаем вверх, сделаем вдох. И снова опускаемся вниз, выдох. Задержимся здесь буквально на несколько секунд. И также с поскрутки таза медленно вырастаем вверх. Класс. Так же, как делали до этого, мы подхватываем себя под колени. И опускаемся вниз. Сейчас самый приятный момент тренировки. Постарайтесь полностью расслабиться от кончиков пальцев ног до носа. Полностью расслаблены все мышцы на лице, в теле. Сейчас сделаем вид, что
Утро наступило только сейчас. И мы с вами делаем вдох. Потянемся за руками вверх, за стопами вниз. Сделаем несколько вращений кистью и стопой в обе стороны. И потянемся за коленом в одну сторону, в другую. Как хочется вашему телу. Сейчас поваляйтесь, насладитесь тем, что утро наступило. Почувствуйте энергию, силу в вашем теле. И через одно колено поднимаемся вверх. И на этом мы с вами закончили. С вами был телеканал ННТВ Gold Fitness. И я, ваш тренер сегодня, Алакина Арина. Оставайтесь с нами и обязательно оставайтесь дома.